Всем привет на моем 60-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey на Xbox 360, четвертая часть. Поехали. В прошлый раз мы остановились на том, что наши герои пришли к Grand Staff, и им туда войти не дали. Пришло войско, сказало, вы туда не пройдете. В результате битвы были нанесены существенные повреждения этому Grand Staff, но там точно не сказали, возможно, он вообще уничтожен, как-то непонятно. Но взрывы были там нормальные. Вот, и их наши герои посадили в тюрьму, в клетку. Потом эти клетки переместили на летающий корабль, и с помощью небольшой сферы, которую дал Дженсену Гангора для того, чтобы, ну, если что, удалить память у наших героев бессмертных. Вот, использовал эту сферу на охраннике. Ну и в итоге его, ну, он забыл, что происходит, и заболтал его отпустить. Вот на этом мы закончили в тот раз. А, нифига не слышно. Привет, Снап. Так лучше? На 30% поставил. Ну да, я потому что... Я же объяснял, как у меня устроено. У меня сейчас гарнитура просто на столе лежит. Может, вот так поближе ее чуть положить, если. Ну, не знаю, вот сейчас вроде как было в тот раз. Должно быть нормально. Ну, не, будет очень неудобно. У меня же, я же в самих ножниках вкладышек сейчас сижу. Будет очень неудобно. А что, совсем плохо слышно? А, у нас отняли все вещи. Блин, печалька. Ладно, сейчас попробуем. Ну что, так лучше? Ну блин, правда, мне так не очень удобно. Ну ладно, придется. Так. О, крыска. Что тут крыска? На нее смотрит, ее можно взять или что? Нет. Ладно, побежали дальше. Посмотрим. У нас тут какой-то, видно, сюжетный поворот сейчас будет. Ой, да тут стелс. Тут, походу, стелс. Эй. Типа, дай мне знать, если ты внезапно становишься. А, ну, типа, погоди, я кое-что увидел перед собой. Только что. Это был магический двигатель.
который выглядел как плавающий этот глаз. Ну, глазное яблоко. Это должно быть ну что-то какой-то типа страж безопасности или что-то вроде того. Ну, кстати, там чатик нормально читается, но то, что он прозрачный, там какой-то он не очень мне нравится. Я думаю, мы Little Past Pink, типа, что? Мы немного удивлены чем-то вроде этого. Что ты пропустил? А, что ты пропустил? Церемонию. О, это часть. Блин. Как-то. Вступительную часть. Я вообще не понял. А, наверное, нам поздновато такому удивляться, что ты ожидал встречающую компанию. А, вот, блин, да, у меня с переводом косяк. Итак, нам нужно быть осторожными. Без всякой экипировки у нас нет возможности. Ну, короче, сражаться. Иначе нас опять захватят. Короче, стелс. Да. Да лол. Да я же... Ты понял, что ли? Ну, это он. Че, вы опять там? Я извиняюсь за эту проблему. Сейчас выпущу. А я думал, будет гейм овер, и я загружусь. Да, успех. Я очень извиняюсь за это. Ты можешь идти. Я угощу тебя напитком позже, ну, типа выпивкой. Ну, походу, сна, пока я не пройду. Да я думал, я чуть-чуть подойду, а оно, блин, заметило меня как-то внезапно. Чё он неуклюжий такой? О, это было близко. Пойму. Вот второе предложение вообще не понял. И третье тоже. Включить отображение текста побыстрее, по-моему. Ну да, я включил самое медленное, какое только было. А, эта штука идет за нами, мы не должны находиться в поле ее видимости. Так. Ну, типа, оно наделает много шума, да?
даже и так, даже если оно нас не видит, оно может найти нас по звукам, которые мы делаем. Будьте осторожны. Так. System settings. Текст спит. Slow стоит. Ну, ты понимаешь, что если мы поставим fast, то в диалогах вообще, где он само переключается, там, ну, загнемся. Я думаю, все-таки оставить слово. Не понял, что за фигня. Нажимаю отмена. Сохранить эти настройки? Нет. И не выходит. Хочет собраться довольно сложно. Я не понял смысла этой фразы. Ладно, уговорил. Только, блин, да, ты переводи. Может, я не успею. Эту канистру можно толкнуть по-любому. Какой смысл? Смотри, еще один. Мы не можем пройти через него. Но если мы не можем... мы не можем сделать даже звука. Ой, я знаю, как насчет использовать вот это? Оно отвлечет, типа, не, ну, типа, вызовет звук. Rolling pipe. А, ну я понял. Ну, в принципе, тогда вообще смысл какой в скорости текста. Я пну это. А, нет, ты, ты пнешь это? Итак, попробуй пнуть куда-нибудь... подальше от нас. Окей. А, катящиеся трубы. Странно, причем тут катящиеся трубы. У нас есть только один шанс для этого. Просто пни куда-нибудь вперед, Каем. Пошли. Че это такое? Типа секретка? Паралич. Так, а тут что делать? Лол. О, еще один. Так, это нехорошо. Здесь мы... У нас... Нету каких-нибудь труб или чего-нибудь такого. Как насчет... того, что мы закроем ну, тут дверь за ним.
Тайминг должен быть решительным. Да. Ну, типа того. Ну, короче, успеть надо. Но я не могу ничего больше придумать. У тебя... Одно из правил уже РПГ. Все статусы бесполезны, кроме бафов, ибо на рядовых их использовать смысла нет. А на боссу за редким исключением никогда не работает. Ну не знаю. Смотря какой же РПГ. Так, типа есть иногда отличные идеи, да, Дженсен? Вода я? Что ты имеешь в виду иногда? Не знаю. Привет, Тор. Ну, услышал для себя знакомые слова. То, что бафы не работают. И что, если я сейчас попадусь, то мне в итоге надо будет опять бежать от самого начала? А чё он остановился-то? Пошли. Насчёт жёсткого тайминга, конечно, перебор. Я там вообще даже не вовремя побежал, по сути. Да, вот что-то разжёвывает прям очень сильно. Так, а в этой стороне вообще выход, походу. Эй, подождите. Ну что сейчас? А драма как переводится? Ты чё, королева какая-то. Притормози. Ты что, не видишь тех солдат? Серьезно? Ну, я думаю, у нас есть другой путь. Ну, понятно. Ну, я только знал, что это какая-то подстава. Но вариантов больше нет. О, они нас найдут? Я не думаю, то, что здесь есть другие солдаты. Это небольшая пластина. Пластина. Блин, как сказать? Звуки. Ну, в общем, звуки издает эти сирены. Если она обнаруживает любые вибрации. Как будто кто-то бежит по ним, например. Ловушка. Плохие новости. Если есть какие-то другие солдаты здесь, то мы будем это... Ну, короче, блин. Гон это, типа, уйти. Покинуть. Ну, блин, ну, короче, обратно в клетку засунуть. Ну да, что-то вот объясняет прям слишком, учитывая, что это даже не начало игры. Да, я снап, я уже догадался, что, видимо, надо было идти, а я бежал сломя голову. Так.
Так, мы можем видеть если мы сядем здесь и подождем их, давай попробуем не включать другие сирены, хорошо? Так. Новое управление? Да ладно. Ну вообще кнопка B вообще никак не действует. Но она действует то, что в общем, фишка. Объясняю, так это не понять по видео. Я вот сейчас стик, просто один только стик, чуть-чуть отгибаю, да, и иду. Отгибаю сильно, начинаю бежать. А если я отгибаю сильно и нажимаю кнопку B, то он все равно идет. Вот в этом фишка. Так, а что тут впереди? Ага, стена. Лестница. Ну давайте залезем по лестнице. Ну не знаю, Тор, в FF там вообще-то с 1 до 6 вообще стика не было, если что. Что-то открыть. Не знаю, срезу. Не, ну просто как бы не очевидно, что два одинаковых действия можно совершить двумя разными способами. Очень опасно этот путь, очень опасен. Что мы будем делать, если нас поймают снова? Ну блин, откуда он знает, что это опасен путь? Ну. Ой. Не, ладно, ладно. Ну, снап, на PS1 уже была аж 7-я часть финалки. И то там. Ну хотя ладно. Работал там стик, да. А на ПК вообще нету стика. Ну даже если геймпад подключить, он вроде бы как там не работает. В этих финалках. Какая музыка? В смысле, ты говоришь, что какая музыка? Стоп. Музыка. Не понял. Подожди. Блин, лол. Тут стрим один запустился. И давно так? Надеюсь, нет. Ну сейчас же нет, да? Но я закрыл. Так, это ж стражник стоит, лол, ему пофигу? Опять объяснять будут? Эй, посмотри на этого чамп. Я не знаю, как переводится. А, он заснул? Ну, блин, это же, ну, это так нелепо. Ну, блин, стоя не засыпает. Блин.
Мы типа можем пройти мимо него, если не поднимешь шум. Так, у нас тут дверь. Тут справа дверь открывается. И что тут еще? Лестница. Так, давайте откроем дверь. Там наверняка какой-то сундучок какой-нибудь. Слот сид. Так что у нас сверху? А, или это типа обходной путь, что ли? Возможно, здесь шумно, если бегать по этой штуке, поэтому я пешком. А, тем более тут вон. Для чего здесь так много этих полей, по которым бегать нельзя? Или они думают, что у меня будет проблема с тем, чтобы держать кнопку Б? Или типа реалистичности дела? А что там на видео? Обязательно смотреть сейчас? Так, открыл дверь, да? Ну, я не могу посмотреть, что тут. Ну, хотя... Ну, там лестница еще одна. И там наверху какой-то выключатель. Лол, он не видит. Пошли. Это что такое? Телепорт какой-то? Лифт? А, понятно. Квест Ария, типа место для гостей. Типа, что произошло? Ну, типа, воспоминания возвращаются. Возможно. Ты так ненавидишь это. В чем твоя проблема? Не успел. Не говори вещей, как эти, но я не понял, каких. Это не твое дело. Эй, подожди. Отлично.
Ну, короче, блин, я мельком только понял. Солдаты говорят: погрузи это в лифт. Есть, сэр. Эй, посмотри туда, наше оружие. Погрузить это? Это звучит просто. А, нет. Он... Блин, он делает звуки так просто, что? Блин, я не знаю, когда перевести. Что он думает? Блин, мои руки. Из чего сделаны мои руки? Из стали? Я не могу это сдвинуть с места. А, самое главное, Дженсен хочет вернуться к тем трем девушкам. Да, Снап, ты там пропустил. А, второе предложение, он так легко подобное говорит. Ясно. Ок, он ушел. Сейчас мы можем забрать наше оружие обратно. Ну и все, и мочим их все. Отлично. Трансформация завершена. Перевоплощение. Наконец-то пойду посплю и сейчас. Ты можешь пойти и А, я наконец-то лег поспать, и ты пришел и разбудил меня. И типа ради чего? Не будь таким, если кто-нибудь найдет тебя спящим. Эй, вы там, откуда вы? Проклятие, это... Я думаю, они нашли нас. Сейчас у нас нет другого выбора. Давайте... Покажем им быстро. Я думаю, два солдатика не представляют угрозы. То даже физически мы так забьем. Всем МП забрала. Нормально. А, ну у нас так полностью. Ух ты! Не буду ману тратить. Да ладно. Только магией? А, не, он пробил. Тогда пусть продолжает бить. Кто взял Pumice of Despair, две штуки? Итак, что они нас там учили? Ничего такого. А, антипаралич он учит. Ассет. Черную магию, белую магию, второго уровня учит.
Ну ок. Пьем звончайне. Закрыто. Или что? Ну понятно, блин, нельзя было просто написать. О, здесь нападают. А, эти security боты это. Ну давайте, я думаю, огонь должен быть довольно-таки вредоносен для них. Понятно. Так. Давай атакуй-ка солдата. А ты вообще призму, чтоб не мучились. Ты давай собачку атакуй. Да ладно, еще кого-то зовет? Понятно, надо ботов вначале уничтожать. Так, бот. Неплохо. А что за статус такой у него? Не понятно. Вот это кустанул, так кустанул. Другое дело. It's farming time. Так, части мусора, качественные, это железная руда, да, и опять этот Poor Mice of Despair, и Сет там выучила черно-белую магию второго уровня. Так, Сет, вместо черной магии второго уровня ставим черно-белую второго уровня. Вот, а учим... Ничего. Так, а он не выучил, да, еще? Угу. Значит, ей можно что-то экипировать другое теперь. Что? Иммунитет к этому можно к блику поставить. Ну, я думаю, это полезная вещь, в принципе. Хотя, ну да, она физическим же уроном бьет. Ну, тем более тут особо больше учить нечего-то.
А, хотя вот есть восстанавливает МП, когда используется Defend. Интересный вариант. Но я думаю, все-таки вот это. А Каем нет. Каем учит свой Yellow Band. Ему осталось там 4. Не так уж и много. Пусть уже выучит и будет все норм. А в этого что одето? Кстати, может ему тогда вот одеть сирклет? Как это бесполезный статусов? Когда ослепление, то физические атаки же ноль наносят, точнее вообще промахиваются. К тому же я секрет уже отдал. Не 100%, а вроде бы в финалках было 100% старых, по крайней мере. Ну, блин. Просто это плохо, когда высокий шанс, что промахнется. Не знаю, меня всегда раздражал этот статус. Закрыто. Зачем вот эту вот целую катсценку вставлять, что там закрыто, я вот тоже не понимаю. А чё у него здоровья так мало, лол? Ладно. Да, давай лечи. А что за зефир? Я не помню, что такое зефир. Стоп, кого он вылечил? А, все правильно. Вот это такой. Да, 11 у него осталось. А, ну вот у него слепота, он промахивается. Да что, его не успел вылечить, что ли? Ого. Нормально. Ок, нормально. Лечит немного всей группе. Тор, не понял, чё, ты зол, потому что графон? В смысле, не понял. Так, где у меня было это? Вот ангел плюм. Одна. И почему Тор они такие дохлые?
Короче, надо собачку срочно добивать. Да лол, ну не очень. Так Зефир, наверное, кастуется дольше. Он бы, видишь, так и так не успел. Да, он кастуется дольше. То 10 тратит, а лечит сколько... А, блин, они еще несколько атак, но все потрачено. Ну, посмотрел дольше. 1G. А обычный хил 1А. Откуда, интересно, начну? Отсюда? И что-то надо все экипировать заново. А, так еще даже и учить надо заново, да? Да. Ну я не знаю, какая разница А или Ж, там не написано, какая разница А или Ж. Просто я понял, что дольше. Что за ринг скилл, я не понял. Опять эта конфигурация, она такая не очень. Стоп, а какого типа вот эти? Нон? Ну пусть твоя земля будет. Слабо тратит они. Пусть лечит. Ну, давай Тору, дай чё. Снап, ну так вроде же Зефир у всех есть. А, нет. Не, значит там нельзя отдельно учить. Я же там просто могу учить белую магию или черную и все. Отлично. А скилл там больше нечего учить. Ну, смысла нет учить вторую магию белого уровня, если она и так есть уже.
Вот. Что там, лечить кого надо? Ну давайте полечим. Сойдет. Счета? Ну да, при такой комбинации, я думаю, есть смысл. Но у него нету этого вроде. Да. Что еще тут нужно? Зефир. Да не, ладно, рано. Хотя сейчас они сразу потратят. Так, одного песика нет. Да, то есть он по 30 где-то вылечит, да? Продолжает лечить. А, она пусть так курит. А, каждому думаешь? Да ладно. Дешевле, чем по одиночке, и по ходам, и по мане. Так, лечить. Ладно. Не, надо лечить. Может, у меня есть эти... Вон, healing medicine. Healing potion есть. Да не, ладно, пусть медицину просто съест. Пусть он использует свою магию. Он ей почти не пользуется. Да не, ману жалко, Снап. Походу нам в эту дверь надо. А, не, наверное, в ту главную дверь, да? Понятно, понятно. Что это? Вы слышите это? Что? Дженсен? Это... Королева должна быть здесь, правильно?
Забудь об этом, это ведет к проблемам. Время для работы моей магии. Закрылся. Do you know anything about the queen? Well, from a long time ago. If nothing's changed since then, she's definitely someone I know. Looks like your own memories are returning. So you're not afraid of the past. Ты не боишься прошлого? I like the past. It's thanks to the past that I'm here now, right? If memory serves me correctly, she's someone from the past. Who made me who I am now? She smiled when she held out her hand to me. Even when stranded in the middle of the ocean, faced by me, a pirate, she wouldn't show any fear. I felt a certain kind of strength, a special kindness from her. Снап, ну, если можешь вкратце тоже, да? Так, я примерно понял, но тяжело пересказать. The queen could have arrested me for piracy, but instead she invited me to her palace. We talked about a lot of things. It was a huge surprise to find someone in such a high station who was so open-minded. No, she wasn't just open-minded. Even though we just met, it felt like we'd known each other for years. Our talk seemed full of nostalgia. And I laughed for the first time in a long time. I don't know if she felt the same way, but at any rate, she seemed fascinated by everything I said. Treasure hunting in the Great Eastern Ruins, beating the crap out of pirates who stepped out of line. I covered it all. Tell me about your life. But when I look back at the way she let me keep talking, I think she might have longed to be free, just for a moment. Here, take this. Scoring a queen's pendant without a fight. I must be really lucky today. No, I'm only lending it to you. The next time we meet, I want it back. Ну я понял, то есть подружки с этой королевой они, да? Не могу пропустить такой шанс, как этот. Извини, Гонг. Надеюсь, драться им не придется. Ничего украсть нельзя. Ну да, Снап ее почему-то пираткой называют. Я тоже не понял, почему.
Wait, Your Highness, please. О, покажите, Ваше Величество, пожалуйста. Я не опасен. О, спасибо. Не зовите, пожалуйста, стражников. Кто ты? I beg your forgiveness, Your Highness, for the sudden intrusion. Jansen Fried at your service. Jansen Fried, к вашим услугам. I am but a simple fool. Я немного глуп. The white boa is ordained away. Where did you come from? Откуда вы пришли? Any man who heard such an enchanting melody would grow wings and fly to meet you. Ты прилетел встретиться с вами? Just as long as he found you. Like this. Ah, I would very much like to know your name, Your Highness. Ming. Ming Numara. Ah, such a lovely name. And I've finally gotten to see you smile. Please, feel free to laugh at this simple fool. Just seeing your smile has made it worth risking your wrath at my uninvited presence. Is something the matter? Forgive my impertinence, but even though your smile shines bright, Your Highness, I also see loneliness. Your harp song you were playing earlier feels the same. It's as if it reflects your own heart. My heart? When you play, the melody radiates kindness and warmth. But sometimes it sinks into sorrow. That sorrow is what drove me to you and sparked a desire to smooth it away. What is that? I shall heal your sorrow. Please, trust me. If you remain here, your heart will only be stained with more sorrow. My heart stained with sorrow. Jansen, why did you really come? What a woman! Great. Just great. Ну, норм. What was that? To Her Majesty's room! Hurry! This way! You again? Они что, вдвоем, что ли, будут? Проклятие, я надеялся, никто не услышит это. Не могу отсюда выйти, что ли, или что? Хир вообще тут все слышит? Что происходит? Я вернусь обратно к выходу. Немного ивдроппинг никому не помешает. А вон эту принцессу что, в карман засунул? А, не слышно отсюда, что происходит. Послушай, не повредит. Так, стоп, а секреток там нет никаких? Это вообще невидимая стена, лол. А, нет. Ща, посмотрю, может тут что-то есть прикольное. Ладно, нет ничего. Что ты делаешь? Похищаешь королеву? Привет, генерал. Вот чёрт. Я вижу, вы очень достаточно умны, чтобы не сопротивляться. Возьмите их.
Yes. You men, follow me to Her Majesty's room. Вы, парни, приведите меня в комнату Ее Высочества. Поняли? Ваше Высочество, генерал Коканос. Я слышал шум, громкий шум только что. С вами все в порядке? Ваше Высочество, пожалуйста, откройте дверь. Ваше Высочество. Нехорошо, сэр. Мы не можем открыть. Бридж? Бридж это же мост. Откройте двор. Дверь в комнату Ее Величества немедленно. Это тревога. А, имя Бридж, понял. Это странно, не открывается. Идиоты, откройте сейчас же. Это нехорошо. Чуть не понял. Как это перевести это? Я опять забыл, что такое Альсол. А, хотя... Это нехорошо, в то же время сомневаюсь, что они мертвые. А, ну правильно. Давай-ка убираться отсюда сейчас. Где там этот аварийный выход? Я слышал об этом. Не знаю, где тут аварийный выход. 30 секунду. Почему это стоит здесь? Это стат, ну, то есть, колонна, да? Ну-ка я сейчас возьму это. Потому что это аварийный выход. Что ты про что именно? А, лол. Лестница, я не заметил, что там лестница. Лестница, все. А, вроде же не было, когда я подбегал в первый раз. Ведет отсюда. Думаю. А, тогда я лучше закончу здесь. Побег, да? Перед тем, как меня поймают. Ну, снап, да. Как смог, так перевел. Ну просто лестница же это... Блин, другое слово. Обычно. Ледер. А, лучше закончу еще, они так меня поймают. Он один будет сражаться? Ну, удачи. Удачи. После каждого боя лечиться. А эту королеву он во время боя пока кинул рядом, да, наверное? Чтобы не мешалось.
Так, тут у нас что? Ничего. Ты говорит, я думаю, это хорошее место. Эй, ты потерялся? Или ты тоже за мной гонишься? Чё ману тратишь? Close one. You're quite kind, aren't you? Ah, you're awake, your highness. А, вы проснулись, ваше величество. Okay, this isn't funny. А, это прикольно. I was never really asleep. I couldn't judge your true intentions, so I tested you. I sincerely apologize. Она, да, она не спала все это время. Not just now. I am the queen. And I cannot just simply run away with you. Я королева, не могу просто так убежать с тобой. You can't be comfortable surrounded by these lunkheads, can you? Even so, I will not forsake my duties. Your feet will be fine. Just remain here for a little while. Nothing higher will turn to stone. Gee, thanks for considering my higher parts. You finally sound more like yourself. Huh? Such insincerity reflects poorly on your true self. Whew! All that formal speech stuff is making my shoulders stiff anyway. But I'm fired up now, my queen. When I get out of this, I'll prove my sincerity to your heart's content. Oh yeah, you can bet on it. Your Majesty! Ah, crap! Oh, this is so unfair! Have you been harmed? Вы ранены? Последние в несколько фраз я не очень понял. Ну, в целом понятна суть. Вроде. Хотя я все равно не понял, что она говорит. Типа, я не могу убежать, но что? Вот итог какой. Какой-то он не очень. А, вон как? Ну, понял. Приплыли куда-то. Философская камера, комната. Ну, в общем, в королевство этой королевы приплыли. Прибыли в это место, все наши мечты, все наши надежды,
И все наши что-то, dedications. We shall not avert our eyes from our shadowed reflection in still water. Неважно. Nor succumb to apathy. Вообще первый раз вижу эти слова. Numata exists so that power may coexist in harmony. Намара существует, пока сила существует, что ли? В общем, типа, что пока еще мы мирные, мы отпустим их. Минг! Минг? Путешественники. Thanks to her royal majesty's leniency, you are now free to go. Типа, благодаря, ну, доброте королевы, вы свободны. Интересно, в некоторых играх по-разному. Well, I say it's great. I mean, we're free, aren't we? Oh, and it's all thanks to Ming. It bothers me that you speak so casually of the queen. Is there something you're not telling us, Jansen? Did you do something to her? Wait, come on. Что хотел сказать? В разных играх по-разному расценивается результат боя, да? То есть, в данном случае непонятно, мы тех солдат убивали, или мы их как бы это, оглушали. То есть, как бы, если убивали, то как бы отпускать, ну, это, блин, как-то не очень. Мы там убили, фиг знает сколько солдат. Ладно. Снап, что подозревают? Я последней фразы вообще не понял. Мусорки по-любому надо покопаться. Понятно. Какие-то нашли фронтир сибирит, вообще не знаю, что это. Еще мусорка, где? Вот мусорка. 100 денег кто-то выкинул. Что? Сид. Семя. Понятно. А ты кто? Ее му куда-то пропала.
это собака, что ли? Какой ему нылый. Подожди, ты вот это возьму? Ну ты чё? Пошёл. Ну вон же она ходит или нет? Почему я не могу подняться по этому? Ладно, не важно. Генерал Каканус наш правитель? Не смешите. Королева Минг будет править нами 1000 лет. Она что, бессмертная? Это кто? Не ты, КТ? Нет. А, королева Минг всегда сосредоточена на красоте. И... Я имею в виду внутренней красоте. От сердца. О, мусорку вижу. А, вот то, что с этого успевала я все рассказать, понятно. Performance was acceptable? Yes, Your Highness. We should now be able to achieve our objective. Let them loose and follow them to the truth. And what will we gain from this exercise? When we have proof they work for the enemy, we'll lock them up again. They'll give us excellent leverage in negotiations with Ura, and beyond the negotiations, we stand to gain information about Grand Staff. Grand Staff? Ura has built a gigantic magic engine called Grand Staff. And we suspect they're plotting something. Right now, Ura poses a terrible threat to the entire world. A threat? Our intel has confirmed that the tragedy at Wool Highlands is connected in some way to Grand Staff. If we continue to allow Ura to run rampant, that tragedy could be repeated again at any time. The authorities in our military have voted unanimously to seize Ura as a preventative measure. You plan to start a war? The White Boa is already being converted into a battle flagship, and we've begun assembling troops and arms. This action is for the sake of the entire world. I won't allow it. While Your Majesty may have other ideas, the people will surely approve these safety measures. In this present magic industrial revolution, Your Majesty's isolationist policy is pushing the nation to its limit. National isolation promotes peace. This new regime must be created for the sake of world peace. We shall spread Your Majesty's teachings using our nation's military might.
You think military force can avert violence? Would you rather see a meteor fall on Numara? If that were to happen, the people who so adore you would be reduced to ashes in an instant. No, the Grand Staff should not be in the hands of those simple-minded fools in Ura. We Numarans should control it. Then we can use it to maintain peace all over the world. Numara would become the most powerful, peace-loving country in the world. War is inevitable, Your Majesty. Figureheads. They should just keep quiet, play their role, and smile. Someone get in here! Now! Ну, короче... Короче, он рассказал ей про Гранд Стафф, то, что Угры построили Гранд Стафф, огромный магический двигатель, и то, что, ну, вот это вот Нумара, хотят его захватить, и вообще начать войну против Угры. Королева говорит, как так война, мы же самая миролюбивая страна, и... Ну, а этот, в общем, ну, видно было, надавил на нее, мягко говоря. Говорит, уже все корабли преобразованы в военные, армия строится, отряды собираются. И, ну, в общем, это, как бы, типа, ну, ты не очень уже, как бы, все. А, я слышал о вас, парни. Добро пожаловать в город Нумара. О, щит. Зайдем в отель, зайдем, везде зайдем. Это, видимо, и есть отель, да? Так что мы зайдем потом туда. Не-не-не, не хотел выходить. Что это? Что такое, Снап? Так, пройдемся по главной улице, по кругу. Интересная надпись, говорящая Гона, то есть как бы это ее постоянное состояние, да, говорящая. Ну там бывает там какой-нибудь строитель, там охранник, там, ну еще кто-то тут говорящая.
Ну да, касценка была норма. Я просто со всеми разговариваю, даже если, ну, как бы, ничего важного не говорят, ну, потому что там могут вызваться воспоминания. О. Это не та собачка, типа, Му, которая, или нет? О, а это что? А, болтушка? Ну, понятно. Надеюсь, это не частная собственность. А я думал, я к тому сундуку приду. А, к другому сундуку пришел. Лот Сид. Привет, Ксенрир. Так, где мы еще не были? Это обратно возвращаться. Кстати, отсюда можно зайти? Оп. Так аккуратно дверь открывает. Прям встал сбоку, нажал ручку. О, может что-то украсть. 10 рублей. Да вот, Ксенрир, потихонечку Lost Odyssey проходим. Он Снап помогает очень переводом. Так. Ну, типа говорит, что аксессуары для нее норм. Подходит, спрашивает. Так, вот ничего нельзя купить. Как камера какая-то не в тему. Так, ну здесь же вроде можно украсть. Так не понял, для чего это семена эти. Так, вот это видно продавец, да, или что? А, туда нельзя, я понял. Ну с тобой это может поговорить? Ага. Ну. Говорит, что ищете и не предлагает ничего купить. Странно. А по карте там как раз таки продается что-то. Что-то нужно сделать, чтобы туда пройти. Что-то у него волосы какие-то странные очень. Я вначале подумал, это вообще маска какая-то. Ну я помню, да. Снап, ну ты пропустил что ли? Я туда подбегаю к этому проходу, мне говорят, нельзя туда. Так, пойдем тут посмотрим, что это. О, магазин давай. Итак. У нее тут ничего такого толкового не продается.
All баррикад, магия. И все. А оно нам надо? Неизвестно. Так, нужно ангел плюм. По-любому. Блин, ну вообще, честно говоря, до хрена надо, хотя бы 10 штук. Ну и крип тут, видишь, нету. Ну блин. У нас просто нету ангел плюм больше. Ну ок, куплю эту магию, наверное. Хилинг медицин у нас тоже ноль. Ну ладно. Так, ну не важно. Ну видишь, тоже не пускают эту административную комнату. Зачем тогда она такая открытая? Как-то вот даже двери нету. Эти улицы как лабиринт. Типа... Просто постарайтесь не заблудиться. О, давай еще семена. Семя. А вот это, походу, черный ход. Закрыто. Это что? Туда не хочет. Гондола? Ну, сейчас нельзя, да? Непонятно. И сюда нельзя. Ты не говоришь ничего интересного. Так, это мы куда дошли? Большой город, можно заблудиться. Королева наконец вернулась с путешествия, понятно. Так, а ты чё ходишь? Странно, тут сейф поставили, надо на всякий случай засейвиться, вдруг тут какая-то подстава есть. Ну вообще-то снап не прямой, там еще была параллельная улица. Почему минус? А, это он про мусорку, я думал, он в шкафу что-то нашел. Липкая лента. Мусорком зашел в чужой дом, лазит по мусоркам. А вот лечащая, это... короче, лечилка. Что, опен? Ты еще по ящикам лазишь?
таких игр очень мало. По-моему, в Resident Evil что-то такое, да, было? Ну, мало таких игр. В Dead Space вроде там, но на самом сложном режиме. Там вроде надо пройти всю игру за 3 сейва. Какой-то кристалл нужно принести из леса, что-то я не понял. Оу. Мистический парфюм. Блин, а почему нельзя посмотреть? Что ты думаешь об этой скульптуре? Это просто месмеризинг. Ну, в общем, ладно. Что-то я думаю об этой скульптуре. И нет, это не черный ход магазина, это просто другой магазин. Ну, другой это офис. Говорит, видишь чаек там? Рыбак, что ли? Куда он смотрит? Я не вижу ни одного ребенка вокруг. Ну, типа, я не знаю, где они играют. О, Сид. Давай, Сид. А, завораживает мы с Мерзинг. Вот дети играют, а что она спрашивает, что я не понял. Спрятали сокровища где-то. А, кто вы, парни, вы хотели присоединиться в клуб? Клуб? Прятки? Типа, ну блин, ну давайте попробуем. Так, правильно, найдите сокровище и принесите нам красный шар. И спрятаны неподалеку такого же цвета. А, модель гондолы. Я спрятал это где-то. Что? Я не очень понял. Короче, мне надо дофига всего чего-то найти.
Ну, бегай ты как кнопку, в общем. Эй, подожди, ты не мой брат. Я извиняюсь, моя сестра беспокоится типа обо мне. Или наоборот, доставляет проблемы, да? А, красный воздушный шар, что спрятан с местом того же цвета, рядом с чем-то похожим на гондолу. Красный шар находится рядом с чем-то красным. В магазине кукла, остальное пропустил. Ну, поехали. Сейчас, минутку, как сок налью немножко. То сейчас мне надо будет много говорить. Граканы. Так, готовим Google переводчик. А я только за чебуреками сходил, ну. Дорогой брат, плач приходит сзади. А, доносится, наверное. Доносится сзади. Что такое выйдет? Он пробирался через городки толпы. Ага, ну то есть типа пробираясь через городские толпы, кто-то услышал, что там сзади какой-то плач, да? Ну, снап, это первый экран. Вначале Каем не представлял, что за человек. Ну, что за человек. Адрес. Обращался к нему, и он пошел искать, что такое лоджинг, жилье на ночь. Он был не в курсах, кто может кличить братом, ибо был он тут давно. Подожди, большой брат, не иди. Его... Что еще за пазлимен? Его замешательство начало... приобретало... Что за слова? Жуткие очертания, ну как бы типа, да. Сложно перевести, дословно это не получается.
Любопытство. Ну, голос обращался к нему большой брат, который мог только, ну, типа, да, принадлежать старой женщине. Да я хоть по смыслу, хоть дословно, мне тяжело и так. И так тяжело. Не давая его... Типа, как это сказать-то? А, недоумение начало возрастать, голос, что к нему обращался, явно принадлежал старушке, уменьшив свою защиту, он повернулся медленно. Вот я не понял, что значит уменьшив свою защиту. А, он обернулся, оставаясь на чеку. Как перевести? Только он хотя, ну если дословно, а как недословно, я не знаю. Только как он хотя. Это старая женщина, ну блин, я не знаю. А, как он и подумал. Снап, забей на ошибки, главный смысл и так понятно. Как он и подумал, эта старушка, одетая в детское платье, маленькая старушка смотрела прямо на Кайма с улыбкой какой-то на ее лице, яркой улыбкой на ее лице. Я думаю, ты... Возможно, неверный человек, да? А, с широкой улыбкой на лице. Обозналась. Она сказала... Ну, короче, обозналась. Нет, это не я. Или нет? No, I don't. А, типа, нет, не обозналась. Она сказала с... А, это Кейм сказал, видимо, вы обознались. Она говорит, нет, не обозналась. Ты большой брат Кайм. Что? Что не так, Каем? Ты забыл меня? Да, я думаю, да. Она... Ой. Он... Can't place here. Типа не помнил, но как-то странно. Что place это же разместить. Он не может поставить ее, я не понял, что это такое. А, он не признался, он сказал, типа, а, ну в смысле? Понял, Снап. Ну, он не помнил ее. Даже если он... успешно сделал что-то, он знал, что он не останавливался в этом городе. Какую интенция, вообще первое слово такое вижу. Uh,
Он удивился. А, знакомиться? Типа он ни с кем не знакомился в этом городе? Это должно быть шанс пересмотреть с кем-то, блин, ну короче, возможно, с кем-то он встретился по пути. Насколько он знал, у него не было знакомых в этом городе. Но, возможно, с кем-то вот, да, встретился на дороге. Но он уверен, что не может распознать ее. И самое странное, что, почему эта женщина, которая выглядела старой, намного старше его, то есть больше ему годится в бабушке, и называет его большим братом. Не притворяйся, что ты не знаешь, кто я, Каем. Ты такой... Ты такой... не знаю, какой. Чатик убрать сейчас. Ура. А, ты такой злой. Она... кричала ему громко, ну так громко, что люди, ну, на улице, да, остановились и смотрели на них. А, вредный. То есть он говорит, ты такой вредный, да, я понял. Это не только факт, что она шоутинг. Это не только факт, что она кричала, конечно. Блин, ну я не знаю, как это правильно перевести. А, но это не просто потому, что она закричала. Она вопила достаточно громко, чтобы люди на улице начали останавливаться и смотреть на них. Но это я перевел. Люди часто кричат на людных улицах. Но только это, ну, обычно не привлекает внимания. Голос старушки отличался от нормального взрослого, да, голоса. Это как... Ее голос был невидным, почти детским. Это был крик девочки. Угу. Голос старушки был не таким, как обычно голос взрослого человека. А, которая собрала все свои силы в крик. А, народ шокирован.
выражением. А, выражением. Ее глаз? Я не понял, что. Мега команда переводчиков, ну да. Люди прифигели, посмотрев на старушку, и быстро отвели глаза. Они не понимали? Это было необъяснимо? Непонятно. А, их замешательство можно понять? А, ну да, почему нет? Блин. Точно. Это их замешательство можно понять. Старушка с ее... совершенно белыми волосами. Связанными в цветную ленту. И ее одежду... ее одежду такую же. А, цветочный это, типа цветочный рисунок. Флоппи? Что такое флоппи? Флоппи — это дискета. Какие-то рукава. Ну, в общем, она одета была как маленькая девочка. Ну, что они сто раз об этом говорят, я уже понял. Вот уже который раз мы замечаем, что очень много воды. Сразу было понятно, она одета как маленькая девочка и кричала как маленькая девочка, но выглядела как старушка. Ну, сейчас прочитаю, что написали. У старушки были совершенно белые волосы, заделанные цветной лентой, и ее платье было с такими же цветочными рисунками и гибкими рукавами, как платье девочки. Короче, на седых волосах была цветастая повязка, платьице веселые раскраски, на таких старушек смотрят симпатией и жалостью. Со временем Каем начал понимать ситуацию, старушка просто жила достаточно долго. Именно поэтому прошлое было заперто в ее памяти и стало реальным прямо перед ее глазами. О как. Средних лет прохожий. Ну давай, Ксенрир. Я-то не заставляю. Конечно, помощь хорошо, но заставлять не могу. Средних лет прохожий рванул к Кайму Элбоу. А, дернул Каема за локоть, типа. Если я... Не понял. Чё я... Если я что-то...
Если я... Где ты, то я уйду? Блин, я вообще не понял. Рванул Каму за колено. Don't get involved with him. Не стоит идти с ней, ну как бы обращать на нее внимание, да? А, капитан и старуха старая забудет все за 5 минут, игнори ее. Это правда, говорит жена этого человека. Ты путешественник здесь, так что ты не знаешь, но эта старая женщина старческая, ты можешь игнорить ее. Это ты уже перевел, она забудет все через 5 минут. Он был прав, но старушка знала имя Кайма и, сохраняя у себя в голове детские воспоминания, называла Кайма братцем. Он попробовал... углубиться в свои воспоминания, далекие воспоминания. Он потраченный? Не больше, чем несколько дней тому назад. Ксенрир, в смысле словарик с переводом слов, но Google же у меня. Так. А какая разница, я буду каждый раз словарик смотреть. Ну так я же каждый раз не гуглить, а смотреть книжку учить. Он знал очень много людей и... Это не могло быть... Ну, короче, он не мог не вспомнить его. Когда Каем... Так, очень кратко. Он знал тут мало людей, но был давно, помнить его не могли. Люди недовольны, мол, не провоцируй. Старушка же ему шепнула: «Не забудь меня теперь, слышишь?» И память Кайма начала находить связь. У нее было здесь слишком мало знакомых.
У меня, кстати, была прикольная такая штука. Типа, переводчик через камеру. Он видит текст через камеру и сразу же переводит. Ну, хоть коряво, ну, как обычно, да, машинный перевод. Блин, надо будет потом замутить. Ладно. Она сказала, это же я шушу. Он... А, он вспомнил ее, маленькую девочку, которая ему встретилась в городе 8 лет назад. Нет, 18 лет назад. А, 80 лет назад. Возможно, 5 или 6 лет. Не понял. Да, было немного это. А, возможно, 5 или 6 лет ей было. Она была... Не понял. Типа, а дочерью этого владельца отеля, что ли? Короче, в таком возрасте не стесняется незнакомцев. Была она в гостинице, и вместо пока до свидания, она на прощание всем говорила: не забудь меня. Она была дочка заведующего гостиницы. А, ну да. А, где-то по пути она, возможно, собирала фразу, что она что-то использует. А, она где-то эту фразу слышала и говорила ее всем. А, ну, я понял. Ну, говорит всем эту фразу. Только сейчас, когда он внезапно смог увидеть... девочку под под морщинами. Каем должен Каем должен отвести взгляд от ее лица. Что не так, большой брат? Он... не мог отвести свой взгляд от Шушу. Не может смотреть ей в глаза, не может себя заставить.
Что не так, братец, но Каем, что выглядел как молодой человек, мог говорить со старушкой, за чьими морщинами скрывалась маленькая девочка. Угу. Да, 80 лет прошло. Как могут разговаривать человек, что никогда не стареет, и девочка, что так слишком постарела. Точнее, о чем они могут разговаривать. А. Дайте мне пройти, пожалуйста. Извините. Дайте мне пройти здесь. Прокладывая себе путь через толпу, молодой мужчина. Устремился вверх, туда, где Шушу и Каем стояли. Большая бабушка? Как часто ты спрашиваешь? Ты, типа, без спроса уходишь, да? А, почтенная бабушка, угу. Типа, не спросив меня, как часто ты уходишь? А, сколько мне напоминать, чтобы ты не уходила без спроса? После этих нотаций на старушке он переключился на Каема с примирительным взглядом, с виноватым выражением лица. Мне ужасно жаль, если она надоедала тебе. Она стара и... И получила старческое. Что? Ну то, блин, Снап, не каждый может так перевести. Я не могу смысл просто взять перевести. Мне дословно проще. Какие твои смайлы? Да, себе на уме она. Я надеюсь, вы забудете ее. Шушу. Блин, неизвестные слова некоторые. Блин, даже не знаю, как это перевести, лол. Сердитое что-то там. Спрашивает, о чем ты говоришь?
Я просто играю с большим братом Каймом. Что не так? Она всматривается в молодого мужчину и спрашивает, кто ты? Молодой человек переключает грустный взор на Кайма и начинает извиняться снова. С больной, ну как бы, как сказать. Ну, типа улыбка боли. Кайм останавливает его. Кайм знал, что временами, если это может быть грустным и больше. А, натянутая улыбка. Старушка негодует, что тебе надо, я просто играю с братцем Каймом. Кто это вообще такой? Парень вновь изменился, но Кайм с улыбкой его остановил. Кайм знал, что это печально, но жизнь, ну, долгая жизнь приводит к маразму. Она просто не может видеть. А, не seem to get. Да, Тор, тут веселые почитушки. Она просто не может. Блин, я не могу это перевести, лол. А, смотрит в зеркало и спрашивает, кто эта старушка? А, молодой мужчина, имя которого Хаша. Хасча. Далее объясняет ситуацию Кайму. Она может, ну нет, не может, но это Кейш. Ну, она забывает, что она завтракала. А, что было за завтраком, да? Она не понимает, что постарела. Если поставить перед зеркалом, она спросила, что это за старуха. А. Но ее воспоминания с детства могут быть чистыми, ну, ясными. Ага, оп. Батареечки сели. Ща. Блин, последние батарейки. 3 Элис.
Ну, кстати, если у кого-то есть желание, ну, голосом помочь перевести в скайпе, то welcome. Далее. Так, на чем мы остановились? А, ну с детства она воспоминания... О, Ксенрир, ну давай. А, так. Сейчас добавлю. Так, вот, походу, ты. Сейчас это, да, секунду, надо мне сменить наушники, потому что я то, что происходит на компе, сейчас не слышу, я, так как звук с Xbox у меня идет напрямую. Да и пусть ест. Без разницы. Так, ну, Кенрир, если ты готов, то звони, соответственно. Только у себя тогда отключи звук стрима, чтобы, да, он не шел зацикленно. Алло, привет. Алло. Да, ты вроде в эфире уже должен быть. Да, угу, все нормально, я слышу себя. Ага. Привет всем, ребята, привет зрителям, привет Судал, в общем, вот. Так, ну а что тут тогда? Он говорит, типа, да, с детства воспоминания она помнит хорошо. А... Ну да, она помнит вот все, что было в детстве, вот прям очень хорошо, а вот что на завтрак она съела, вот не помнит. Вот, Кайм это все типа, осознает. Типа, они сидят, смотрят, как она собирает цветы. Вот, и она делает венок давно потерянному старшему брату. Ага, все, да, здесь? Но Снап писал перевод, так что я просто как бы продублировал. На самом деле, сэр, разве у вас есть время на это? Вам не надо куда-то спешить там? Да нет, все нормально, не волнуйтесь. Спасибо вам большое. Вот они, значит, как это вот это зовут-то, в общем, этого парня-то, который не Кайм-то. А, ну, это... да, как-то вот Кейс, что ли? Кейш как-то там. В общем, он впервые за долгое время улыбнулся и сказал, что он не видел ее такой счастливой очень давно. Там. Что-то вроде того. Так. А, ты страницу уже перевел, что ли? Нет, 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 сейчас вот последний абзац остался. Uh-huh. А, значит, молодой человек, похоже, понял, что его почтенная бабушка встретила Кайма. Ну и что она поняла, что это человек, с которым она общалась, когда была ребенком. Кайм ему это объясняет. Он понимает, что Кэш не может, да и не надо ему осознавать, что есть такой человек, который никогда не стареет.
Вот, все. То есть, ну, короче, попалился Каем. Ну, типа того. А Ферон не нужен, Тор. Мы затащим без Ферона. Тем более, я не знаю, кто это. Ну, а Ферон это крутой. Такой... Играет во все эти РПГшки, там хорошо знает английский там. Да не, нормально переводит. По-моему, по-моему, он даже с японского что ли переводит, я не уверен. Он в прайме будет. А-а-а. Да, на ходу хорошо переводит. Так. В последнее время у нее не в порядке со здоровьем. Так. Когда на нее нападает лихорадка, мы начинаем опасаться, что это может быть последним в ее жизни, и готовимся к худшему. Но потом она приходит как бы в порядок. Иногда мы как бы шутим о том, что у нее настолько как бы не в порядке с памятью, что она умирать забывает. Что-то вроде такого. Ага. Кайл смотрит на этого молодого человека. У Кэша такая милая улыбка на лице, когда он разговаривает с бабушкой. Без сомнений, когда он был маленький, она часто с ним играла, там, держал его на руках и так далее. Сейчас он вырос, и он смотрит на свою бабушку как родитель, который смотрит на своего собственного ребенка. То есть, как бы, поменялись они. Раньше, типа, она за ним заботилась, теперь mm-hmm. он. Так. Значит, он ее подзывает. Слушай, круг. Классный букет, бабушка. Там, значит, я давно не видел, чтобы ты так собирала венки очень давно. Шушу, значит, отвечает, что нет, неправда, я ж только вчера их собирала. И она оборачивается к Каему и говорит: «Разве не так, большой брат? Ты же одел его потом мне на голову, разве нет?» Каем отвечает, типа: «Конечно, конечно, они же так хорошо пахли». Вот, и... Шушу просто расплывается в большой улыбке. И Кэш, в общем, он расчувствовался. Вот, всё, дальше перенесли. Так я что-то не очень понял, он всё-таки попалил, что Каем бессмертный или нет? Ну, я не понял. Ну, может, он понял, может и нет, я не знаю. Ну, как-то, видимо, Каема это не парит. Значит, Каем спрашивает у Кэша: «Значит, ты тот, кто не заботился, заботишься?» Он говорит: «Ага, я и моя жена Синтия. А что насчет твоих родителей? Или, может быть, даже у тебя живы как бабушка с дедушкой, может быть?» Кэш говорит: «Я единственный, кто остался в живых из моей семьи». Перелистывай. Ну да, ну задержка же. Да. Вот Снап пишет то, что нет, Каем извернулся, смертным нельзя знать о потокеру. Ну ладно. Ну я не в курсе, какой тут сюжет-то. Типа, надо людям знать или не надо людям знать о бессмертных, и вообще что-то творится. Так, значит, его как бы... Как это сказать-то? Родители родителей, ну, бабушка с дедушкой, типа, они умерли от эпидемии 20 лет назад. Отец потерял свою жену в войне.
10 лет назад. А мать, внучка Шузу, состарилась быстрее, чем собственная мать. Что-то я не понимаю. Типа... В общем, она умерла 5 лет назад, это главное. То есть дочь Шушу умерла, от, ну, состарилась и умерла раньше, чем сама эта Шушу. И даже, вот, да, даже и... дочь, а внучка. А вот Снап пишет то, что... Ну как он извернулся? Каким родственником представился, типа, что был знаком с этой старушкой. Ну, короче, что она попутала. Так, значит, почтенная бабушка постоянно ставила свечки за своих детей и внуков. Прежде чем мы заметили, она стала самой самым старым человеком в городе. Похоже, это очень одиноко. Прости, Стаб. Извини, я просто последний укус был. Все. Да, точно, ответил Кайм. Так. Ну, все, Снап. Так, вот как это перевести? Похоже, это даже считается благословением богов, что когда люди живут слишком долго, у них мутится рассудок. По крайней мере, я так это вижу в последнее время. Не знаю, как это. Можно подумать, что она чувствует себя одинокой, оставшись как бы вот одна, вот такой старой, что ли, не знаю. Но на самом деле она ничуть не одинока. Если ты живешь так долго, означает, что у тебя есть много воспоминаний. Похоже, это не так плохо. Стоп, куда? А, блин, я думал уже всё. Куда? Ну ладно, суть мы поняли. Значит, Шушу встает с букетом в руках. Большой брат Каим, я хочу сделать венок для тебя прямо сейчас. Если останутся еще цветы, я сделаю еще один венок вот для этого человека тоже. Кэм и Кэш переглянулись с улыбкой. Почему вы так улыбаетесь, спрашивает Шузу. Вы что, уже типа стали друзьями? Она открыла свои морщинистые глаза в удивлении и широко им улыбнулась и упала на траву. Все, переключай. Ну, я понял. Кэш собирается побежать за доктором, но Каим останавливает его и говорит, что тебе лучше остаться с ней. Иронично, но Каим, который никогда не знал, что это такое быть пожилым,
Так. Присутствовал при многих смертях, что ли, в общем, он немножко непонятный. Ну да, он там много раз видел, ну, как бы, что люди, люди, которые вначале дети, потом уже, как бы, видел их смерть. И его опыт говорит ему, что Шузу в этот раз не восстановится. Включи. Не, Снап, подожди, она же еще жива вроде. Ну да, вот Снап правильно говорит. Видел смерти по многим причинам. Шузу лежала на спине там, где она упала. И ее букет цветов рассыпался по ее груди. И на ее лице была улыбка. Погоди минутку, большой брат Каин, я сделаю тебе... Ну, Шушу, да, я просто... Аниму смотрю, где там похожее имя. Только там Шузу, и я как-то вот путаю. Значит, я сделаю тебе венок прямо сейчас. В общем. Ее разум все еще держится за воспоминания прошлого. Значит, она хочет остаться такой до самого конца. Переключай. Борись, почтенная бабушка, не уходи. Кэш держится, держит ее голову. Значит. Подожди, хэнд. Руку вроде. Ну. А, да, руку, да. Я перепутал. Держится за, ну, за ее руку, выкрикивая слова ободрения со слезами на глазах, но она просто не понимает, что рядом с ней ее внук, то есть там правнук там никак. Это я, прабабушка, это я, Кэш. Разве ты не забыла меня? Ну, правнук, да, правнук. Бейв, это как? Бейв, по-моему, мыться. Не вижу, как про какой-то слово говоришь. Ну вот. Третий абзац. I bathed you last night. Мыл. Я мыл тебя прошлой ночью. Ну да, переводится так вроде. Вот. Какие внезапные подробности. Ты же знаешь, ты же помнишь меня, разве нет? Кэш пытается достучаться до нее со всей своей силой, что ли. Но Шушу все еще с улыбкой на губах отправляется в далекий мир. Я скоро буду папой, прабабушка. Разве ты не помнишь? Я говорил тебе прошлой ночью. У Синтии будет ребенок. Скоро ты будешь прапрабабушкой. Наша семья станет больше. Будет еще один человек от твоей плоти и крови. Все еще улыбаясь, Шузу берет один из цветов со своей груди своими дрожащими пальцами. Она отдает его Кейшу и голосом говорит, вот почти шепча говорит: не забывай меня, слышишь? Снап пишет, типа, может, я буду ждать сигнала для переключения, а что, я не вовремя переключил, что ли? Не, все нормально.
Ну, переключай. Ну да, я понял. Ну да, шепотом, да, да. А, Кейш не может понять. А, конечно, как же, как он мог знать эту фразу, которую она всегда говорила еще кучу лет назад, до того, как он родился. Ну да, она не более чем шепотом, вот. Ну, смысл-то понятен почти. Вот теперь почему-то ты переводишь дословно. Так. Каим кладет руку на плечо Кейшу и говорит: ответь ей. Я знаю, что ты имеешь в виду, прабабушка. Я не забуду тебя. Я никогда тебя не забуду. Как я могу забыть мою собственную прабабушку? Она ему все отвечает: не забудь меня. Ты слышишь? Я не забуду тебя, прабабушка. Верь мне. Я всегда буду тебя помнить. Не забудь обо мне. Ты слышишь? Вот. Шузу закрывает свои глаза и остается лежать на земле с охапкой цветов в руках. Как будто она спит, не знаю. Она выглядит, как будто она пытается открыть дверь, где запечатаны ее воспоминания. Что-то непонятно. Ее обдувает приятный ветерок. Он подхватывает ее цветы, и они улетают вместе с воспоминаниями. Естественно, вместе с теми воспоминаниями о Кайме 80 лет назад. Переключай. Я сравнивающего мясо с простой. Ну, снап, снап. Тральский снап. Так. Каим хватает один из лепестков, танцующих на ветру, и сжимает ладонь. Шузу больше никогда не откроет свои глаза. Она отправилась в путешествие в мир, где нет ни будущего, ни прошлого. Единственные, кто остались позади, это Каим, который будет жить вечно. И Кейш, который собирается принять в мир новую жизнь. Клингинг, наверное, все еще держать. А, он принести в мир новую жизнь, поправка. Да, принести. Клингинг, это что-то, я не помню, что-то держать, что ли? Цепляюсь. Ну, все еще держась за тело, Кейш обращает свое лицо, полное слез, к Кайму. Спасибо тебе большое, говорит он. А, говорит Кайм. Что? Кайму, говорит путешественник. Говорит Кайму, да, путешественник. Ну ладно. Благодаря тебе моя прабабушка была так счастлива собрать цветы как бы перед своим концом. Ну, в самом конце, да. Нет, это было не благодаря мне, говорит Кайм.
он сжимает ладони с лепестком и говорит Кейшу. Я уверен, если бы она сделала венок, она бы дала бы его твоему новому малышу. Кейш смущенно склоняет голову и как бы пробубнил. Я надеюсь, что ты прав. Но затем с улыбкой на своем заплаканном лице он говорит: да, я уверен, что ты прав. Все, да, я немножко потерял этот текст. Да, переключай. А ты записывай. Учи английский. В другой раз. Ну, все вы такие. Да не, все равно кое-что запоминается. А насчет того обещания, что ты дал ей. Быть хорошим и не забывать ее. Естественно, я не забуду. Люди живут до тех пор, пока не остаются в чьих-то воспоминаниях. С этими словами Каим начинает уходить, и он слышит в голове позади голос Шузу: не забывай меня, большой брат Каин. Ты слышишь? Это был голос маленькой девочки 80 лет назад, который звучит еще более звонко, более чисто, сладко и невинно, тем самым прощаясь с человеком, который будет путешествовать вечно. Путешествовать всю свою жизнь вечно. Конец. Ну вот. Все, спасибо за перевод. Всё. Я бы тут сидел еще минут 30, наверное. Вот такие дела. Но ты сейчас у тебя, наверное, ничего не слышно, да? Из игры. В смысле? Ну, ты же говоришь, переключил наушники в другое место. Нет, у меня слышно, просто я когда через винду смотрю, то есть через это устройство, да, захвата, то у меня задержка идет игра с маленькой, где-то 0,3 секунды, но как бы когда экшон, это, ну, мешает очень. Поэтому я переключаю наушники на сам этот девайс, а видео через другой кабель на монитор, HDMI разъем, и как бы, ну вот, понятно. Таким способом. Так что вот, ребята, вот вам история про девочку, которая форсила классную фразу, которая не забыла бессмертного человека за 80 лет. Снап сделаю специально для тебя. Вот, переводил вам Ксенрир, всем спасибо, что послушали. Да, спасибо за перевод, давай удачи. Так, сейчас переключу обратно монитор. А, чатик надо вернуть. Ой, мне кажется, или чатик вообще не читабельный? Вот я-то чатик-то не вижу, когда играю именно здесь, как бы игровой. Вам нормально его читать? Может поставить хотя бы там, не знаю, как-нибудь так. Нет, хуже это становится. А, нет, вообще ерунда. А, ну хорошо, раз вам нормально чатик, значит оставлю. Так, все, переключаюсь. Да, забыл, все наушники-то надо тоже переключить.
Так, это у нас тут было, мы искали какие-то предметы, да? Что? Блин, я пролистал. Ну ладно, давай ес. О, я вижу там кое-что. А вот, doll in a dress, это вот одно из того, что нас просили найти. Да, сцена была на пятерочку. Так, что это? Катила, дом Катила. Блин, волосы, ну реально как-то странно выглядит. Или это все-таки не волосы, а какая-то накидка. Блин, как-то жесть какая-то. Ну, походу накидка какая-то, да? А, все, теперь вижу, что это накидка. Блин, когда повернулась. Нет, вот все. Опа. Я это возьму. Blinding powder. Ну, короче, я у вас тут дом немножко обшарю, не против. Храбрый маленький мальчик, часть вторая. Ну, что-то там. Ну, не буду сейчас это читать, опять очень долго. Как бы для записи вот оставлю, чтобы потом, если кто-то захочет, он на паузу поставит, переведет. Да, тут длинная книжка оказалась. А это что, первая часть рядом? Понятно. Ну, пролистаем. К тому же тут никогда не знаешь, когда какое-нибудь воспоминание опять всплывет. Возможно, надо какую-нибудь книжку вот так прочитать, еще что-нибудь. Кстати, сколько уже времени? 13:44? Ну, нормально. Так, а я могу в комнату к ним зайти? Тут ничего интересного. Или есть? Ну как же так? Деньги у детей украл. Не очень. Давай, Ксенрир, удачи. Спасибо еще раз. Так, а что нам там говорили? Что-то в каком-то красном месте этот шарик какой-то должен быть. Но я думаю, я уже далеко, да, ушел или нет? Или может быть все равно здесь где-то?
Так, мне показалось, или тут можно взять? А, вот. Ну, я думаю, можно попробовать подойти опять к тем детям, сказать то, что я нашел этот Dressed Doll. Может, что-нибудь скажут они? А, во, you found my doll, вау. А, модель гондолы ему надо, а этому надо... Балун. Где это может быть? Так, ну тут я вроде обшарил. Сюда нельзя забежать. Так, тут что? Лещаем не надо. Ну, не, они ж дети. О, мана, это хорошо. Так, ну опять же обшарим комнату. Да тут старики живут, вдруг у них тут сокровищ полный дом. О. Огненная бомба. Нормально у них огненная бомба лежит в шкафу? Что-то Снап нашел этот момент. Так, опять что-то читать будем. Great snacks for kids. Рецепт, что ли? Понятно. А, в чем-то прохождение. Так, а вторая тогда книжка что? Восточный. Компания какая-то, Трайб. Ну, в общем, я не знаю. Трайб племя, а какая-то компания восточного племени какого-то. Сколь долго потоки работают, еще ты имеешь эту данный стрим? Ну, ты знаешь, в принципе, как бы нету каких-то четких рамок, то есть, ну как. Например, если тебе надо куда-то уйти, а ты хотел бы посмотреть, то, в принципе, я могу завершить. Как бы, ну, нет у меня кого-то прям вот... Ну, я все равно достаточно, в принципе, уже стримлю 3 часа где-то, да? Ну, и как бы, в принципе, в любой момент могу закончить. А могу еще играть, ну, как бы, неважно. В смысле, не обязательно.
Так, это мы обратно к дворцу, что ли, прибежали? Стоп, или что это? Ну, напишешь, Снап. Мне норм. И играть норм, и закончить норм. Хотя, в любом случае, я скоро, наверное, есть пойду, как, ну, вот. Так или иначе, в течение часа, наверное. Так, а что это за место? Что они там строят? Не очень понятно. Так, я уже запутался, если честно, в городе в этом. Это куда мы пришли? Не, город руин, потом пойдем. Так, а справа что у нас? Ну, вообще можно сейв сделать. На всякий случай. А, это что-то... А, это же этот корабль стоит их. Вон, этот корабль, ну, который вот... На котором нас привезли. Так, а тут у нас что? А, выход не, а назад можно? Угу, мы на другом континенте. Так, блин, а где мы сейчас? На вот этом или на этом? А, в другую какую-то точку иду. А, так, это мы куда вышли-то? Стоп, стоп, стоп. Ну просто опять загрузку ждать. Так, ну побежали обратно. Сюда же мы не можем пойти, правильно? Да. Что скажешь, солдат? Ну да, нет входа. Че, не видишь, ворота закрыты? Ну да, действительно. Тут не поспоришь. Где бы найти эти безделушки-то, эти детские? А, вон там что-то валяется, лол. Ну, бери. О, вот он, баллон. О, мой баллон, хорошая работа. Так, модель гондолы осталось найти.
здесь, что ли, где-то? А вот гондола настоящая. Ты не видел? Нет. А вон она валяется. Ну все, я нашел все, что они хотели. И что, зачем сюда бежать? Просто не поскупились на локации, что ли? Возлагал? Сейчас гляну. Дропов 0 снап, так что проблема на твоей стороне. Не знаю, тут все норм. Ну, либо на твои, либо на кибергеймерской, я не знаю, но у меня 0 дропов, так что ничего не могу поделать. О, гондолы модель нашел. Ну, теперь чего скажете? А, это все, что они хотели сказать, что ли? А. Вот, ты нашел все эти, ну, вещи. Будут в чат задержка приходить сообщения, ну, что поделаешь. Так. Ты наш... А, да, нашел. Теперь ты... будешь первым grown-up, чтобы присоединиться к нам в клуб. Типа первым в очереди, что ли? Так. Это доказательство твоего членства. Я нашел это в мусоре, который здесь валялся. Круто, правда? Килолон Эрлингс нашел. Ну, серьги Килолон какие-то. О, походу не зря искали. Иммунитет к Килолону. А, первым взрослым, кто в клуб вступил. Смотри, какой-то иммунитет к Килолону. А что такое Килолон, пока неизвестно. Не знаю, походу новый статус какой-то. Но пока все равно не будем учить, потому что у них есть что учить. А тут хелп есть, да? Разве? А где? Тут нет хелпа. Да, загуглить будет проще, на самом деле. Ладно, бежим в отель, в котором нам крайне посоветовали остаться. А магазин нас так и не пускают, к сожалению. Так, тут еще одна улица есть. Да, вон там отель. А, и еще... так, а откуда мы пришли? Вот с дворца.
Нет, не отсюда. Мы же вроде там собаку нашли, или это не она? И надо бы, ну, спросить, типа, ну чё, где награда? Да куда ты выходишь, ну лол. Уменьшает физическую атаку и восстановление ХП до 1, увеличение критического урона. Что значит восстановление ХП до 1? Не очень понятно. Уменьшение, может? Так, тут я еще не копался. Аквабомб, неплохо. Так, это вот это к дворцу? Я уже забыл просто. А. Ну да, вроде. А, вот она с собакой, которую мы нашли. Ну что? Спасибо, что нашли моего Му. Пожалуйста, возьмите это. Спасибо. Му тоже говорит спасибо. Кэло Ойл мы взяли. Посмотрим, какие мы можем эти кольца собрать. А, хилки будут лечить один. Так, кольцо земли можем собрать. Ультра кольцо земли можем собрать. Интересно. Вот, Кело накладывает какой-то урон на вражеские килоны, килолоны. Не знаю. Кольцо яда. Кольцо, которое... Что, может накладывать паралич, да? Энджер. Немного увеличивает шанс критического урона. А, килолон тип монстров? Так, нейтрализует вражеский GC. Интересно. Увеличивает урон от атаки. Ну, всё. О, Тор дождь, это классно. Ну, если ты дома. Хотя летом дождь классно, даже если ты на улице. Да, есть шанс ударить сквозь КЦ. Мы пойдем в отель. Надеюсь, там не будет сейчас еще одно воспоминание. Что-то у них кошки ходят везде. Так, что вас тут украсть можно? Антипаралич. Какие покрышки старые разъедают. Не понял. Меня бесит то, что я не могу закрыть сделку. Что? Забей. Добро пожаловать! Пожалуйста, запишитесь в гостевой книге, если хотите остаться на ночь.
150 остаться? А, ты, я пропустил, ты бы собирал кольца общие, ну, то есть не элементарные. А, надо бы отдохнуть, наверное. Вдруг там какая-то это... Ща, подожди, надо собрать тут все. О, снап. Ну, КТ, ну... Это не очень. О, Ангел Плюм, это хорошо. Ладно, давай отдохнем за 150 рублей. Вот мы пропустили 5, 6, 7, 6 воспоминаний мы пропустили. Снап, ну... Ну, как бы отчасти, да, ну, как бы, но насчет странными не скажу, нет. При чем тут левша вообще? Не, насчет странными нет, не угадал. О, земляная бомба. Ну, снап, это как бы, да, тут не бинарная логика должна быть. То все-таки тут больше градаций намного. Так, ну походу тут все, больше ничего нельзя взять. Нельзя по чужим комнатам прошариться? Походу можно. И чё, в каждой что-то лежит? О, да это классно. Ну, себе это сократили стоимость сна уже до 140. Минт Повдер? Мятная, да, вроде что-то. О, да ладно. Уже на стоимость на 30. Не считая того, что мы еще ништяки нашли. Ой, ну насчет почерка, мой почерк лучше не видит никому. Guardian Ор какой-то. Липкая лента. Но это, ну, эти ингредиенты и так часто выпадаются. Ладно, я им походу тут мешаю. Тут посмотрим, что. Да ладно, снап, можешь обеими руками писать, ну ты вообще. Имба. Я правой рукой пишу настолько плохо, что как бы, ну. Ну как бы это на буквы не похоже. То есть я нестабильно пишу просто.
то я сам не пойму. Либо буду очень медленно писать, и то будет криво. Куча всего, в общем, здесь нашли. Считаю, что окупили сон. Ну, сон стоил 150, мы нашли 110, плюс куча ништяков. Так, еще тут что-то. А че он бегает теперь за мной? Все, что ли, хочет сказать? Нет. Фоксук, привет. Ну, файт, наверное, уже не будет сегодня. Сейчас я город доисследую и, наверное, буду заканчивать. Если, конечно, тут не будет какого-то неожиданного поворота. Ну, в начале стрима были битвы, но, правда, не очень много. Ну, наверное, в следующий раз будет. Хватит на сегодня внезапности. Так, это что у нас? Артист Салун. Так, надо со всеми тоже поговорить. О, он говорит про свой магазин. Он что, мне сказал пароль, что ли? Или он сказал, что мне нужно его узнать? До сих пор похихикиваешь от местных неожиданностей, но... Что-то тебе прям запомнилось так. А, стражнику можно сказать этого парня, ну блин, ну так банально. Ну хотя в жизни это тоже, в принципе, работает часто. А как вот тот сундук взять, я не знаю. Ты кто? Когда я вырасту, я стану наемником. Почему? Потому что это просто круто. Моя мама говорит, я могу помочь ей в магазине, но пусть забудет об этом. Если я буду наемником, я миллион раз больше... Что? Больше, чем солдат? В смысле? Все нации в мире будут хотеть, ну, переманить меня на свою сторону. Это офигенно. А, больше заменит. О, не! Ну, короче, нет, я это сейчас не буду читать. Мы можем зайти в гостиницу потом и прочитать. Сейчас, конечно, я не буду этим уж заниматься. Да как нам запомнить, какое название у него? Ладно, сон был открыт, двоеточие, какой?
cancel нажимаю. А. Толкатив мерсенери. Запомнили, сейчас я запишу куда-нибудь. Секунду. Ну да, про наемника. Ну все равно, к тому, к следующему стриму забудем. Я не знаю, когда будет следующий стрим. Но у меня сейчас график такой сбитый очень. Ну я прям так и запишу, болтливый наемник, ну короче, уже поймем. Сейчас тогда до магазина тогда сбегаю и, ну, закупимся там, и потом, наверное, на этом все. Ну, как бы в гостинице сохранюсь, там рядом есть сейф. Стоп, я в другую сторону уже бежал. Вот это, да, вроде? Ну да, да, куча воды. А, то Томис пригласил тебя, а, пожалуйста, проходи. О, отлично. Добро пожаловать, путешественники. А вы... типа знакомы с сборщиком это колец, да? Но вы... Вам недостаточно просто обычного сборщика, да? Поверьте мне... Мы все, что, ну типа мы все недовольны. Например, я не могу собрать. Нет. Сейчас. Я не собрал кольца с компонентами. Я использовал обычные, существующие кольца и пересобрал их, чтобы создать полностью, новые кольца. И ты знаешь что-то еще? Кольца, что я создал... имеет даже больше эффектов. Нет, ну как бы несколько эффектов. И я не могу зарядить. Не хочу. Нет, блин. Не хочу, по-моему, да? Не хочу зарядить тебе цент. Что? Ну я не знаю. Это моя работа по жизни, как видишь. Ну, это моя профессия. Как насчет этого? Хочешь одно? Да, посмотрим. Интересно. Что посоветуешь нам? Можно, например, ветер и землю там, да? Причем можно только, я так понимаю, два в одно, а не все в одно. То есть им по кольцо создать не получится, да? Типа, например, от всех статусов сразу. Ну да, он объединяет кольца, я это уже понял. Ну да, кольцо души непонятно. Но похоже, это помнишь, которое Сет выучила им ману забирать? Вроде нет? Ну да, пробуй на него нажать. А, вот тут написано.
И что, он не понял? А мне только одно дали выбрать. И почему в скобках написано 0? То есть он сам выбирает, с кем сложить, да? А, не хватает. Космос снимать сет. А, и браузер собрать. Друизер. Ну, не важно. Так. А, вот второй эффект. Немножко увеличивает атаку. И все. Ну, походу, не могу. Видишь, только к этому челу бежать. Well, well. Очень редко увидеть других здесь посетителей, кроме меня. Здесь я покажу тебе кое-что. Небольшую вещь. У вас есть некоторые кольца, да? Некоторые кольца имеют ультра в имени. Например, как Flame Ring Ultra, например. Ну, сейчас уже дочитаю, подожди. Эти кольца могут быть, ну, пересобраны, да, переработаны, чтобы увеличить их возможности юзерские. Они сделают это раскрытием размера Target Ring. Если нет ни одного, попробуй собрать одно из двух. То есть мне предлагают собрать Target Ring. Ну, я сейчас не могу, видишь, никакое собрать, они все серые. Потому что у меня нету этих колец. В смысле, нету компонентов, типа, я не могу собрать. И он мне предлагал собрать вот это кольцо. А, нет, тут его нет. Пирсинг ринг, био ринг нужно. Био ринг я могу собрать. А, как оно? Soul называлось? Нет, не дали. А причем это кольцо у меня осталось, Бруизер. А, не, не осталось, это я могу собрать. О, я могу собрать ультра кольцо. И земляное ультра. Ну не знаю, ну ладно, забей.
Давай посмотрим, какое оружие у тебя. Да, можешь помочь. Ну, короче, понятно. Давай. Так. Стальной меч. Угу. Увеличивает на 9 атаку. И ему, и, ну, и Кайму, и Сет. А это увеличивает на 3 силу вот этого форштафа. Ну чё, придется купить две штуки этих и форштаф, да? Что тут еще есть? Много чего есть. Грант иммунитет ко сну. Посох разве магию не повышает? А для чего он тогда нужен? Как же посох магию не повышает? Магия же из посоха летит. По-моему, посох как раз магию и повышает. Ну, в общем, два меча по-любому, да? Это как бы без вариантов. Так, эквип. То есть у него было 198 атака, а стало 207. А у нее была 187, а стало 196. Ну вот, святой посох. Ну, сила 8. А того 4. А как я статус посмотрю? В смысле, статы, то, что написал. Что это такое статы? А, один легкий, зайди в статус. Статус это... А. Я никогда не пользовался этим меню. Magic Attack 258. Magic Defense 7. Casting Time 2. Evade, что-то такое, не знаю, 4. Двести пятьдесят восемь, семь, два, четыре. Ну, вроде не меняется. А зачем тогда ему это надо? Он же никогда не использует физическую атаку. Лол, зачем тогда? Так. Продаем две вот эти штуки. Ну, ок, снап. Ну, что поделаешь. Мы их можем продать всего за 340, да они издеваются. Печалька. Ну что поделать? Хоть сколько-то вернуть. Так, возможность убежать из битвы. Восстанавливает HP, когда Defend используется. Восстанавливает CP, когда Defend используется. Так, ну это у нас было все. Black и White Level 2 было. Иммунитет к яду. Что? Получает HP и статус врагов. Кстати, вот это интересно. Что за перчатку платину? Одну?
Так, иммунитет к блайнду. Ко сну. Ну я бы ко сну, в принципе, купил бы тоже. А, на изучение навыка. Ну я забываю, тут какая-то странная система. Типа ты поюзал вещи, потом у тебя это бесплатно остается. Типа можно вернуть в магазин, сказать, не понравилось, а навык-то остался. А что им продать? Да, они же вообще копейки дают. Какой смысл? Ну, я этим воспользуюсь еще, возможно. Где тут магазин-то сам? А, он рядом там. Да Тор, я не прохожу FF9, ну сколько раз говорить. Пока не пройду эту игру, я FF9 не буду проходить. Ну тем более, ну не важно. Ну я же не на стрим прохожу. Так, хилинг медицин, ну сколько надо, блин, купить? Ну хотя бы 20 штук, наверное, ну не знаю, ну 10. Правда, он так мало восстанавливает. Вот это, наверное, надо купить лучше. Ну, они-то нужны, да, но как бы, ты же понимаешь, что они дорого стоят. Я даже 10 штук не могу купить. Нет, мне надо ману восстанавливать. Хорошо, я согласен, лечение может быть не нужно в бутылочках, а вот мана нужна, потому что ее ниоткуда не возьмешь. А, ну вот, и ну вот это тоже, да, восстанавливать. И ману надо. Правда, мне и так 6 штук, но она стоит, в принципе, дешево. Не знаю, ну... А сколько у меня их? 6? Ну, 4 точно куплю. Ну, вот и... Ну и все, наверное, да, денег уже нету. Практически. Да что такое? Ну, можно еще две вот это. Купить Angel's Plume. А, еще 5 магии. Ну и тогда на оставшийся Angel's Plume. Так, тут же вроде сейф где-то был, да? Кстати, я не знаю, куда мне бежать вообще. А, ну там был же точно лес какой-то. Ну да-да-да. А где сейф-то? Был же вроде сейф. А, могу туда вон побежать к Творцу, все. А, что, и там, думаешь, пропустят? Да ладно. Это же другой совершенно магазин. Тем более, что там мне ловить? Сам магазин-то я же зашел. Ничего даже не подумал, что туда зайти можно.
Нет, не пускает. Да, надо просто отвлечь, наверное, чем-то этого охранника, но я не знаю чем. Вот и сейв. Ну, соответственно, я стрим уже на этом завершаю. Сейчас сохранюсь. Вот. Ну, все. На сегодня хватит. Всем спасибо. Снам спасибо, что переводил. Ксенриру еще раз спасибо. Если есть вопросы, замечания, пожелания, предложения, можно писать в чат. И увидимся на следующем стриме.